Это я, Фрэнк. У меня сегодня день рождения. Но мой начальник сделал мне предложение, от которого нельзя отказаться. Здравствуйте, я ваш... нянь. Это наша гостиная. По утрам малыш кушает какао с круассанами. Что нос повесил? Все шло хорошо, кроме... Привет. Одной маленькой детали. Иногда жизнь дарит великие ночи. И сегодня мы оттопыримся на днюхе нашего дружбана. Сюрприз! Вы что, больные? У вас мозги, что ли, прокисли? Я же с ребенком сижу. Знаете, что еще? Снотворим. Да вы совсем рехнулись. Надеюсь, дома все в порядке. Пацанчик-то в ауте. Не волнуйся ты. Парень он хороший, положительный. Малой куда-то пропал. Ребенок, ты где? Надо найти карапузы, иначе мне кранты. Выгони всех и приберись, хорошо? Да без проблем. Считай, ага. Сделано. Не гнашись. Хлебать мой суп! Но это было только начало. Ёл, Родионы! Тормози! Это он, малыш! Ой, Тирион, прошу прощения. Боли жировоса! Чувак, ну ты серьезно болен? Физическая сила! Копы на хвост сели! Чик-рак, я в домике! Отец такой! Докончайте снимать! Ну, по мне так все не так уж и плохо. Вали с дороги! Сейчас все в порядке будет. Ой, прости.